man's best friend created in steel. This dog is a creation of designer Andrei Kazantsev. He makes lot of animals in this style, all from geometric shapes. He picked up his skill in a motorcycle shop where he was a mechanic, but now he has a more artistic purpose. Началось все с того, что я увидел из бумаги настенную голову, склеенную из кусочков. Вот. И в то время я работал на заводе конструктором и занимался почти тем же самым, только разрабатывал бампера для автомобилей. То, что они такие граненые, полигональные. Вот я подумал, почему бы не попробовать сделать то же самое, что я делал каждый день, только это будет не бампер, а какое-то животное. The resident of Yekaterinburg is meticulous about his work. Accuracy is required at every stage of production. Kazantsev programs a machine to bend the metal to exact requirement of each sculpture. Хочу, чтобы скульптура была выполнена идеально, там, насколько это возможно. Мне не к чему было придраться, чтобы человек, когда вот смотрит на нее, он не мог понять вообще, как она изготовлена. То ли это цельный кусок, некоторые вообще подходят и думают, что она из цельного куска, и что его невозможно поднять. На самом деле она очень легкая, потому что она пустая внутри. Вот добиться вот этого эффекта, чтобы было непонятно, что здесь вот везде сварка. He's not alone in creating the sculptures, and in his workshop, other welders help join the polygons together to make the animals. Здесь швы под зачистку, но главное все в сборке, собрать надо идеально, потому что даже если отклонение в одну сотку, деталей много, если по сотке на каждый стык, то в конце просто зазор будет сантиметра два, и это не соберется. То есть, ну, все дело в сборке. The cost of a figure varies from $250 to thousands of dollars depending on the size and types of finishing. The most expensive one was $26,000 for 3 metric high horse. In the beginning, Kazantsev did all the processes himself. Nowadays, his assistants take care of most work stages. The only thing that he keeps to himself is making 3D models. Creating a 3D model is the most complex part of the production, and it takes between 2 weeks and a month to make a statue if the patterns are already available. If a new custom model needs to be developed, it can take 6 months or even a year. Kazantsev claims he is not a true artist as he doesn't implement his own creative ideas. У меня все немножко это более прозаично. Человек говорит, вот я хочу там питбуля. У меня есть там собака питбуль, я хочу вот такую собаку. И все, я начинаю создавать, там, изучаю фотографии в интернете, изучаю там повадки этой породы, какие у нее характерные черты. И вот на основе всего этого создаю 3D-модель. The most popular statues are dogs. Dog owners love ordering metal replicas of their pets to put in front of the house or as an interior item. Dogs are sometimes also excited to see the metal doppelganger. Сама вот эта фактура, полированная сталь, обожженная, да, которая приобретает золотистый цвет. Вот, но мне это очень сильно импонирует. И в плане того, что как скульптура это выглядит, ну, очень сильно внушает, да. Вот, а во-вторых, золото, золото, люблю золото. In 4 years, Kazantsev has developed 50 models and sold 600 statues, mainly to customers in Europe and the US. But also in Iraq, Saudi Arabia, Morocco, and Australia.